Начать. Все, отлично. Всем большой-большой привет. С вами я, Галина Арбузова. Очень рада. Давно не проводила для вас эфиры. Но это, знаете, такая тема, которую просто нельзя пропустить. Она очень востребованная. Ведь сегодня мы будем говорить о подарках. У нас наступает... Про это и поговорим. Биться, как выбрать человеку, точно подойдет, потому что у нас подойдет любому человеку. Вы знаете, хотела, конечно, вам дать прям по максимуму, но поняла, что у нас то есть будем говорить наборах из и мой эфир позже проведу, там уже расскажу о том, как мы можем комбинировать наши продукты и искать, кому вот как скомбинировать. Да, мы знаем, что у нас есть разные продукты, которые можно подарить, там две штучки, кому-то подойдет, кому-то не подойдет. Потом у нас вот такие. Оформлено, да? Вот такой черненький есть набор. И еще у нас... Внимание, в большом дефиците, потому что он, ну, супер, про него расскажу. И вот такой. Смотрим, как выбрать вот такой набор и не ошибиться, как сделать так, чтобы он точно подошел тому человеку. Для детей, то есть все равно мы деткам... всегда какие-то последние сладости, или дали какие-то наборы сладких, все. Странно. И видно, плохо слышно, видно. Проверим-ка сейчас, что у нас. Так, девочки, как сейчас у нас видно, слышно? Лучше? Лучше, говорят, все, спасибо большое, да? А, давайте продолжаем. Вот у нас два таких набора. Энергия и иммунитет. Понятно по дизайну, что это наборы для детей. Друзья, вы... Ну, давайте будем честными. Если раньше, когда, допустим, я росла, для меня действительно конфеты на Новый год были радостью, потому что их не было в большом ассортименте, да, и вот было такое, что на Новый год нам дарили эти сладкие подарки, и мы как дети в течение всего января их наедались, и это прямо были так, ну, действительно была радостью, да, был дефицит. То сейчас... Я в 80-е росла, в 80-е, начало 90-х, да, то сейчас, понятное дело, у нас в изобилии каждый день эти конфеты. И вот этими сладкими, яркими подарками уже, ну, никакого ребенка не удивишь и не обрадуешь на самом деле, потому что каждый день мы можем ему что-то такое купить, правильно? И поэтому вместо сладких подарков из магазина, цена которых примерно 500-600 рублей в упаковке, да, все мы уже видели, появились такие, мы можем подарить детям наших знакомых, нашим детям вот такие наборы из ассортимента Siberian Wellness. Это набор энергия. Энергия — это у нас сироп с витаминами. Сироп с витаминами, это мы знаем, диновитамина и минералами. Там 12, 13 витаминов и 3 минерала. 3 минерала — это у нас железо, это у нас цинк, это у нас йод. Этот сироп у нас с 3 лет можно принимать детям. Если маленькие детки с 3 до 7, дошкольники, они принимают одну чайную ложку в день, да,
Школьники уже все-таки 2 чайные ложки в день. И родители точно знают, что, в принципе, точно все витамины и 3 самых важных минерала вот потребности закрыты на 100%. Да? И еще у нас тут есть жевательные таблетки с витаминами А, С и Д, иммунотопс. Вообще этот набор, получается, у нас будет на месяц. То есть на месяц вот такой вот подарочек для ребеночка где-то 4-5 лет. С 3 лет можно и в 3, и в 4, и в 5, и в 6, и в 7. И вот младшим школьникам тоже будет полезен. Так, если говорить по стоимости, вот такой набор энергии. Сейчас я открою каталог. Я, честно, не изучила прям пол. Выгодное предложение. Да, выгодное предложение. 1380. Этот вот набор энергия. И второй детский набор, он будет побюджетнее, то есть его прям вообще можно полностью всем. Подарить это набор иммунитета. Да? Что у нас тут есть в составе? У нас тут сироп для иммунотопс 95 мл, мы все знаем, с инулином и с витамином С, да? И шарики с инулином и витамином С тоже иммунотопс. На перекус, допустим, деткам использовать сироп, каждое утро по чайной ложке давать. Вот такой набор. Да, 990 рублей, 540, то есть такая очень выгодная еще у нас идет цена на этот набор иммунитет. Можно подарить как просто, да, так и красиво, в принципе, упаковать. Я покажу, у нас есть сейчас в офисе вот такие, смотрите, красивые пакеты. Даже, кстати, 2 продукта можно подарить, да, вот так вот. Красивенько складываем. И, в принципе, вот эти 2 набора, вот, такой пакетик вмещаются. Вот здесь, вот видим, да? Прекрасно. Кстати, такие пакеты есть с разным дизайном. Вот у нас дизайн есть вот такой. Вот такие делаются тоже. Стоимость таких пакетов у нас по 100 рублей. И вся прибыль от их продажи идет на благотворительность. В этом году офис поддержит, наш магазин поддерживает Общество защиты животных. То есть потом, конечно же, по тому проекту, в который вложится прибыль, обязательно отчитаются, и мы будем знать, куда пошли эти деньги. Да? Может быть, это будет операция какому-то собачке или кошечке. Да? Может быть, это будет куплен корм, может быть, еще что-то. Но представляете, то есть, с одной стороны, получается, вы дарите подарки, с другой стороны, прибыль от упаковки идет в фонд защиты животных. То есть это вообще, конечно, ну это супер, я считаю, да? Такие пакетики по 100 рублей они стоят. Про детские наборы мы с вами поговорили, что, в принципе, с 3 до где-то 10 лет это идеальный сладкий подарок для ребенка. Дальше. Что у нас идет? По крайней мере, мы точно знаем, что родители, знаете, не спрячут наш этот подарок и не будут выдавать по одной конфетке, потому что у детей часто от сладких подарков бывают вот эти вот высыпания, да? Дальше. Что у нас еще есть из универсальных подарков? Из универсальных подарков у нас, вот, например, набор энергии и бодрости. Его вообще можно подарить любому взрослому человеку. Вот если это молодой человек, кстати, даже не только взрослым, уже начиная, например, с 12 лет, да, если это школьник, у него сейчас будет подготовка к экзаменам, после второй там четверти вроде есть экзамены, да, если это студент, если он учится в колледже, молодой человек, если это женщина или мужчина уже даже взрослого возраста, набор энергия и бодрость подойдет каждому человеку. Почему? Здесь у нас в составе витамин D3, мы все знаем, что у нас у всех поголовно дефицит витамина D3, профилактическая дозировка 2000 МЕ необходима нам. И здесь еще, конечно, есть новая биологически активная добавка, новинка, да, это Essential Vitamin C и Рутин. Витамин С у нас здесь в форме аскорбат натрия, то есть это та форма, которая не раздражает кишечник, и, соответственно, витамин С у нас тоже это прекрасный антиоксидант, хорошо работает на то, чтобы организму было проще бороться с вирусами, инфекциями, да, поддерживает даже вот в момент, когда стресс. То есть вот, пожалуйста, это реально универсальный подарок, и запоминаем.
можно как школьникам, да, можно так и уже взрослым людям. Кстати, взрослым людям будет особенно, вы знаете, людям старшего возраста, у которых уже с кишечником все-таки идет, ну, сложнее, да, они меньше у нас кушают, они практически там не кушают белок, да, клетчатку не кушают. Этот форма витамина С будет бережнее гораздо, она не будет раздражать слизистую. Вот такой набор универсальный, да, то есть, в принципе, кто на работе коллега, можно подарить, мама, можно подарить такой набор, папа, можно подарить, мужчинам, женщинам, вообще тут разницы никакой нет. По стоимости, давайте сейчас скажу, этот набор, запомнили, да, универсальный у нас... Та-та-та. Энергия и бодрость 1060 рублей. То есть здесь у нас еще выгодная стоимость, идет скидка. Если мы будем покупать отдельно эти продукты, то выглядит дороже, ну, будет, выйдет дороже. Да? Этот набор, кстати, ой, прошу прощения, мы можем упаковать вот в такой мешочек. Это тоже у нас эко-мешочек. 150 рублей стоит этот мешочек. И вот так красиво подарить. Не буду тут развязывать. Ну, в принципе, он как раз нормально сюда вместится, вот этот набор. Можно и так его подарить, потому что он, конечно, упаковка очень презентабельная, да? Можно положить, можно не ложить. В общем, он вместится тут, если хорошо развязать. Запомнили, это универсальный для всех. Следующий универсальный набор, который тоже подойдет любому человеку, как мужчине, так женщине, как более взрослому человеку, так и совсем молодому, да, который сейчас тоже будет готовиться к экзаменам, студент, возможно. Это набор концентрация и внимание, сразу понятно, да? Здесь у нас северная омега-3, что здорово, вот это омега-3 на месяц курс. У нас обычно, если мы берем северную омега-3, у нас там дозировка идет на 20 дней, дозировки 1 грамм, а здесь у нас на 30 дней. И тут еще биологически активная добавка глицин. Глицина тоже на месяц, то есть глицин нам помогает и от стресса, и при нервных напряжениях. Глицин это у нас аминокислота, то есть это в принципе натуральный продукт питания. Никаких передозировок мы не боимся, да? Омега тоже в дозировке 1 грамм, нормальная, физиологичная для каждого здорового взрослого человека. Поэтому вот тоже универсальный набор, кому бы мы ни пошли в гости, да, или кто бы у нас там не был в списке, кому нужно подарить подарок, пожалуйста, подойдет всем. Вот у нас уже два универсальных набора есть, да? Следующий набор тоже универсальный, природная безмятежность. Тоже универсальный набор, в принципе, всем можно. Здесь у нас органический магний. Магний у нас в форме цитрата. Также здесь у нас байкальский шлемник, валерьяна. То есть этот магний помогает еще и вечером хорошо отдохнуть. То есть тут не только магний, а еще те травки, которые регулируют биоритмы, помогают вечером отдохнуть, расслабиться, сбросить вот этот вот груз трудового дня. Да? И еще у нас тут растительный мелатонин. Растительный мелатонин из экстракта грифонии, безопасный, то есть это не синтетический мелатонин. Если мы дарим вот этот продукт, конечно, я рекомендую все-таки дать рекомендации, потому что как мы начинаем принимать мелатонин? Вечером мы, допустим, выпиваем сначала, когда начинаем одну капсулу и ложимся спать. Если мы чувствуем, что все хорошо, он нам помог, мы легко заснули, да, то, в принципе, мы останавливаемся на этой дозировке. Если мы чувствуем, что нам одной капсулы мало, то на следующий день можно попробовать две капсулы. Максимально мы пьем 3 капсулы растительного мелатонина. И органического магния вечером обычно мы принимаем по 3 капсулы. Но тут тоже я бы порекомендовала, знаете, если вы до этого, если вы кому-то дарите, и до этого человек не принимал органический магний, начинать с одной. Сначала одну, как чувствует состояние, проверяет, да, потом 2, ну вот 3 – это нормальная такая хорошая дозировка. Любому человеку, мужчине можно, женщине можно, более старшее поколение, там, маме, допустим, 60 лет, 70, можно. После определенного возраста, как я говорила, что у нас люди более взрослого поколения плохо кушают, они еще и плохо спят. Они начинают просыпаться вечером, просыпаться ночью, да, рано ложатся и очень рано встают, может быть, просыпаются в 3 часа, не могут уснуть. Вот, то есть, если есть такая ситуация, то тогда подарок ваш придется прям очень кстати. Вот такой продукт тоже универсальный, да. Видим уже 3 универсальных набора по стоимости. Тоже давайте сориентирую, потому что здесь должна быть около 1000 рублей, даже, наверное, да, 9...
Здесь вот этот вот 980 получается концентрация внимания выгоднее, чем покупать отдельно, да? А набор «Природная безмятежность» тоже у нас универсальный. Он у нас 890, тоже выгоднее. В принципе, вот эти наборы расхватывают прям очень быстро. Недавно пришли, была поставка, поэтому если на них сейчас смотрите, не откладывайте, заходите в интернет-магазин, оформляйте сразу себе заказ. Так, следующий, да, у нас осталось еще два набора, три набора, и из них один универсальный, а два все-таки такие именно специальные, да. Набор «Иммунитет и восстановление», сразу понятно, что здесь у нас для иммунитета. Что же здесь? Здесь как раз витамин С и рутин, да, и тут у нас биодоступный куркумин. То есть, в принципе, это тоже универсальный набор для взрослого человека. Единственное, я бы не порекомендовала его, там, допустим, подросткам, да, а вот взрослому человеку нормально для иммунитета и быстро восстанавливаться. Витамин С, опять же, тот, который у нас будет не раздражать слизистую, то есть форма аскорбат натрия. Куркумин. Куркумин у нас тут идет в очень хорошей дозировке. То есть если говорить, что куркумин вообще это очень хорошее противовоспалительное, у него очень много свойств, можете на сайте зайти, почитать. Здесь у нас специальная форма, которая хорошо усваивается и содержит именно конкретную дозировку действующего вещества. Это важно. То есть не просто куркуму купить, от которой цвет только желтый, да, ее нужно очень много кушать. А вот здесь одна капсула куркумина достаточно для того, чтобы он работал. Вот такой набор тоже универсальный, я бы сказала. Особенно, кстати, он хорошо подходит, куркумин, если у людей есть хронические какие-то воспалительные процессы, да. Если есть, допустим, лишний вес, это однозначно хроническое воспаление. Лишний вес всегда приводит к хроническому воспалению. Ну, то есть они зависят друг от друга, что к чему приводит, я тут не скажу вам, да. Вот этот вот набор тоже будет работать, если человек хочет снижать вес, да? Иммунитет и восстановление. По стоимости универсальный набор, запомнили, да? По стоимости 1230. То есть вот из этих всех четырех универсальных наборов, вот это вот самый такой именно премиум набор, я бы сказала. Самый бюджетный набор у нас «Природная безмятежность» 890 рублей. И, допустим, пакетик за 100 рублей, да? Вот, 1000 рублей – прекрасный подарок любому человеку. В принципе, все подарки примерно 1000 рублей у нас обойдутся. Чуть больше, чуть меньше. Еще осталось у нас два набора. Они уже не универсальные, то есть они прям так, знаете, я бы сказала, разделены как раз по половому признаку, да? Набор «Вселенная красоты», тоже женский, сразу понятно, по виду, по дизайну, что это у нас набор женский. Мне уже, кстати, такой подарила мама, мне недавно был день рождения, да? И здесь у нас хилатная форма железа, безглицинат железом, недавно тоже новиночка у нас, и женский антиоксиданты H-терапи. Любой женщине старше 35 лет набор этот можно спокойно дарить. То есть когда уже женщина, в принципе, как же сказать-то, не готовится, знаете, там к зачатию или еще что-то, когда она уже родила, когда она уже просто живет для, как это говорится, для себя, я вот так сказала, да, у нее нет каких-то там целей таких, именно что она там хочет родить или еще что-то, да, но хочет оставаться активной, хочет по максимуму продлить свою молодость, продлить вот свою даже репродуктивную систему. Вот такой набор «Вселенной красоты» очень придется кстати. Его можно упаковать, можно не упаковывать, можно положить в наш такой красивый пакет, да. А можно упаковать в красивую коробку. У нас здесь в магазине тоже есть очень классная коробка, то есть если по упаковке говорить, то у нас вот упаковки за 100 рублей, это пакеты с разными дизайнами, еще будут появляться и с драконами, мне тут сказали по секрету, да, это вот такие мешочки холщовые, да, по 150 рублей, и за 200 рублей с наполнителем вот такая классная коробка. Понятно, что мы сюда можем, конечно, и косметическую нашу серию собрать. Можем вот так красиво положить наш набор «Вселенная красоты», дополнить его, допустим, какими-нибудь стиками. Допустим, у нас есть
напиток, ну, вот эти вот напитки, которые у нас есть, да, очень красиво здесь все будет оформлено. И смотрите на дизайн коробки, потому что он, конечно, очень красивый. Вот, вот такой. Такая коробка у нас стоит 200 рублей. И напоминаю, что вся прибыль идет в фонд защиты животных, то есть прибыль собирает менеджеры нашего офиса и потом уже выделяют на проект какой-то по защите животных. Целевые деньги получаются, представляете? Вот такой набор очень красиво здесь у нас. И последний набор, это уже, а нет, не последний, у нас есть еще с зубными пастами такой универсальный набор. Это сразу видно, хотя по составляющим можно сказать, что в принципе в отдельности это могут пить и женщины, да, я сама пью там мегавитамины, но здесь он идет именно для мужчин, набор мужская энергия. Чем он уникальный? Во-первых, тут мегавитамины, курс на один месяц, то есть 60 капсул, 12 витаминов, 8 минералов. Чем классные в мегавитаминах минералы? Там хорошая форма магния, например, магний в форме у нас цитрата. Остальные там, что у нас есть еще? Целен, селен, медь, железо, йод, марганец, цинк. Ну вот самое хорошее, тут, конечно, форма, я бы сказала, магния, да? А железо еще лактат, тоже хорошая форма усвояемая. Вот магний, конечно, из цитрата, в принципе, 130 миллиграмм, да? На месяц. Обычно мегавитамин у нас на 2 месяца, здесь 60 капсул. И тут у нас есть еще эллергенин. Эллергенин – это тоже аминокислота, которая у нас действует на мужскую репродуктивную функцию, повышает выносливость, быстрое восстановление после тренировок. Если мужчина занимается активной физической жизнью, не обязательно ходит в спортзал. Если ходит в спортзал, это прям обязательно. А если у него просто активная физическая работа, то этот набор тоже можно ему подарить. В принципе, с 18 лет такой набор можно дарить. Ну, с 18, если только мальчик, конечно, в спортзал ходит, как-то занимается. Я бы не стала подростку просто так дарить аминокислоты, да? А если уже мужчина, 30 лет, 35, взрослый молодой человек, спокойно можно подарить вот этот вот набор. Универсальный, любому мужчине подойдет. В принципе, можно и в 60 лет подарить дедушке, да? Вот папе у меня сколько? 66 лет. Такой набор выбрали мы с мамой для него. Мужская энергия. Сейчас у нас скидки на этот набор нету. Он не на скидках. Он у нас стоит сейчас... Тоже около 1000, по-моему. Нет, чуть больше, да? 1180. Ну, совсем чуть больше. 1180. В принципе, видим, что все наборы такие около 1000 рублей. Ну, это средняя цена на один подарок, да? Мы его можем упаковывать, можем не упаковывать. Если мы идем в гости, и нам нужно одарить семью, да, то вот такой вот пакетик красивый, куда у нас вместится и ребенку подарить, ребенку где-то 7 лет, мужчине где-то 30 с чем-то лет, как раз семья, да, и женщине 30, ну, 5 пусть будет, тоже 30. Вот, пожалуйста, вот такой набор классно идет для семьи. И хорошо как раз в наш пакетик он вместится. И следующий набор у нас еще есть, и это набор из зубных паст. Там зубные пасты у нас гелевые, 450 рублей стоит этот набор. Вроде зубные пасты у нас там гелевые, это зубная паста клубничная и зубная паста уголь и черника и уголь. Тоже в красивой упаковке, по стоимости я вас сейчас не сориентирую. Это вот у нас из готовых наборов, да, уже 25 минут с вами разговариваем. Давайте в конце, чтобы завершить, подведу итоги. Универсальные наборы у нас... 5 вариантов, которые подойдет любому. Концентрация внимания. Здесь у нас для иммунитета, получается, мозг, иммунитет, тоже активность и иммунитет, и от стресса расслабление. Ну, в принципе, все задачи, которые нужны, да. И зубная паста тоже универсальный набор, в принципе, любому человеку можно подарить. Набор для женщин «Вселенная красоты», набор чисто для мужчин. И вот такие два набора для детей. Особенно порадуются такому набору именно детки где-то 5, 6, 7 лет. Конечно, уже когда 10-12 лет, ну, очень маленькие будут им такие наборы, да? А вот 6-7 лет,
Его можно, знаете, подарить как к основному подарку, то есть, допустим, детям часто дарят в таком возрасте что-то, может быть, из гаджетов каких-то, может быть, какие-то такие игрушки большие, да, лего какой-нибудь большой. И, в принципе, этот набор будет таким очень классным дополнением вместо сладкого набора. Так, ну, в принципе, сегодня у меня все по готовым наборам, да. Напомню еще раз про нашу упаковку, что у нас в офисе есть вот такие по 100 рублей красивые пакетики, куда все можно красиво сложить, да. По 150 рублей вот такие вот мешочки крафтовые. Сюда классно можно положить косметику нашу. Вот, например, здесь шампунь и бальзам упакованы, да. Вот они здесь. Две штучки, аккуратненько вмещается, да? И по 200 рублей вот такие большие классные коробки с наполнителем. Вот это то, что у нас здесь есть в офисе. Ой, так. Можно их приобрести, получается. И через неделю ровно я покажу вам еще несколько продуктов из ассортимента, которые мы можем скомпоновать красиво, классно и тоже подготовить подарки. Кстати, у нас совсем скоро праздник, День мамы, да, можно, конечно же, подарить что-то из косметики, сегодня я просто об этом не буду говорить, но вообще очень классный подарок на День мамы, набор «Вселенная красоты», маме можно подарить, она будет рада. Набор, пожалуйста, концентрация и внимание, да, ну и, конечно, набор «Природная безмятежность». Этот универсальный набор вообще любому человеку сейчас дарить его можно. Тем более, что все будут готовиться к Новому году, все равно будет стресс, будет подготовка, информации у нас очень много, поэтому вот такой набор, прям человек точно вам скажет спасибо. Все, на сегодня у меня все. Благодарю всех, кто был. Если есть какие-то вопросы, сегодня в течение дня задавайте, буду отвечать на эти вопросы. Всем спасибо и увидимся через неделю. Спасибо большое за эфир.